Бык – символ этого года. Вот такая замечательная мордашка быка. Сегодня мы с вами ее сделаем. Изделие несложное и недолгое. Но зато порадует вас и ваших близких. Формат бумаги А4. Нам нужна квадратная заготовочка, поэтому мы проводим диагональ. Отрезаем лишнее. Раскрываем и проводим вторую диагональ. Раскрываем и переворачиваем нашу заготовку. Складываем пополам. И еще раз пополам. Маленькая хитрость. Раскрываем. И чтобы сложилось легко и просто, нужное нам изделие, мы нажимаем внизу и получаем двойной треугольник. Вершинкой к себе, верхнюю линию на линию середины, с противоположной стороны точно так же, верхнюю на линию середины, переворачиваем верхнюю линию на середину и на середину. Нижнюю наверх и точно так же с противоположной стороны. Переворачиваем. Теперь внимательно смотрим. Берем треугольничек, разворачиваем его. У нас получаются вот такие линии треугольника. Собираем их по намеченным линиям к центральной с одной стороны, с другой стороны. И складываем по намеченной линии наверх. Вышла, но я сейчас расправлю. Возвращаю на место. И с этой стороны точно так же. Вот линия, вот линия. Собираем центральный. Вот смотрите. Еще раз. Тут тоже есть линия, по которой мы сгибаем. Кладем. Повторяем точно так же с противоположной стороны. Сюда, сюда. Выправляем. И сгибаем. Это мы с вами будем делать рожки и ушки. Два ушка, рожка, поэтому вот такое изделие. Первое само у меня получилось не очень аккуратно, я хочу поправить. Вот. Продолжаем. Одну сторону, вот один такой треугольник длинный, поднимаем вверх, откладываем по имеющейся вот намеченной линии в сторону. И нас интересует вот эта точка, от этой точки под 90 градусов наверх. Рог, ухо. Откладываем вниз, ну так, пол сантиметра достаточно, поднимаем наверх. И нас интересует вот эта точка. От этой точки откладываем
сторону. Вот таким вот образом. Наверное, мне надо себе помочь ножницами. Немножко низковато у меня получилось. Сейчас сниму повыше. Точки должны совпадать. Переворачиваем. И все то же самое сделаем с противоположной стороны. Поднимаем по линии, откладываем, проводим как следует линию. И вот от этой точки откладывается назад, и по этой точке поднимаем наверх. Смотрите, чтобы они были у вас совмещены. Рожки должны быть одинаковые. И точно так же ушко. Отступаем 0,5 сантиметра, точки совмещаем и ушко загибаем. Придерживаем и смотрите, как раскрываем с этой и с этой стороны. Вот ушки должны быть впереди, рожки сзади. Поэтому это будет у нас мордочка, где ушки впереди. Опускаем мордочкой вниз. Поднимаем угол. Он должен подняться чуть-чуть выше, чем тупой угол. Острый угол чуть-чуть выше. Проводим складочку. Ну, тоже 0,5 сантиметра нам будет достаточно. Откладываем. И вот этот тупой угол, вот по этим точкам, тоже опускаем вниз. Переворачиваем. Формируем носик. Для этого треугольничек поднимаем кверху и еще раз кверху. Получается нос нашего бычка. Ушки выворачиваем и немножечко расплющиваем. И второе точно так же. Выворачиваем и немножечко расплющиваем. И мне бы хотелось сделать витые рожки. С одной стороны, с другой стороны. Символ года готов.